Всем привет, с вами Андрей Сонар, и сейчас я подъезжаю к месту старта Петровского грибного марафона. Дистанция для покрафтов. За спиной у меня покрафт, еду на самокате. Вот, получил уже стартовую маечку, которая мне, конечно, тесновато. И ждем старта. До старта еще больше часа. Поэтому можно отдыхать, а покрафты надуваются за 5 минут. Где мы с вами сегодня и будем стартовать. Говорим спасибо и выражаем огромную благодарность администрации Красногвардейской. Хорошая кровать. Солдатский звук идет. О! Какие люди! Вот так вот встретил девушку Лену, с которой проходили дистанцию на прошлом марафоне практически рядом друг с другом. Тоже сейчас свой сап принесла, готовит его. Ну и нам пора готовить наши покрафты. Ну что, объем нагнала уже? Давай покачаю. Так хочется покачать? Да, пока у меня там электрический насос, у меня покрафт накачивает. До скольки? А вот это типа покрафт. Блин, с надувным дном из ПВХ. Ты ПО кончилось. И сколько он весит целиком? Часов около 7. 7? А длина? 3,8 на 7. Уже не покрафт, больше чем 1,5 килограмма на метр. А пройдем дистанцию сегодня мы на двух наших новинках. Это покрафт марафонец в варианте с закрытой декой. И это рыболовный покрафт чехонь, который немножко похож на марафонца, но значительно его больше. Больше диаметр баллонов, больше внутренняя вместительность, больше ширина, больше длина. Конечно, на рыболовном покрафте установлены рыболовные допы, например, спиннингодержатели. А вот на марафонце установлена дека. Оба покрафта новинки этого года. Напомню также, что покрафт чехонь, он несимметричный. У него одна из оконечностей более узкая, чем другая. Сейчас я пойду широкой частью вперед. То есть корма у меня будет заужена. Посмотрим, что из этого выйдет. А вот марафонец по своему корпусу симметричный. Конечно, посадка у него всегда в эту сторону. Но сами обводы абсолютно симметричные. Да, я сконфигурировал сиденье как на бигфишпаке. Я считаю, что это наиболее удобное для рыбака сиденье, потому что верхнюю подушечку можно использовать не только как спинку, но и как подлокотники. Для рыбаков на отдыхе при долгой-долгой рыбалке это, конечно, важно. Я думаю, базовая модель чехони будет как раз вот с такой спинкой. Это удобнее, чем кресло. Кресло, оно эстетичное, красивое, но все-таки вот такое сиденье более практичное для рыболова. Тридцать секунд до старта. Ой, сейчас пушка грохнет. Блин, пушка прям на меня нацелена. Вот стоит. Ой, блин. О! О, Петров там с пластиковыми каяками гоняется. Ух ты! На рыболовной лодке. На рыболовной лодке, говорю. А справа от меня проходят читеры на так называемом покрафте. Хантер-туристу привет! Конечно, покрафт — это такой себе у тебя покрафт. Ух
Да, тут волна для спортивных скорлупок, конечно, серьезная, где-то до полуметра волна. Вот уже один кильнувшийся. Проходим силовые машины, это примерно четверть дистанции. Идем хорошо, Петров уже учесал куда-то в старт колонны. Но он профессионал, мастер спорта. Так что он может, даже на покрафте. Ну, Петров молодец. Это я тут так расслабленно иду. Он впереди шуя создает такое гладкое пространство. Я так за ней пристроился и иду. Ай-яй-яй, шуя притормозила. Надо на обгон идти. Ну, шуя, это КНБшка, так что она меня все равно обгонит и догонит. Тем более, там трое. А у меня всего лишь покрафт. Причем широкий, рыболовный. Сейчас опять слипстримом так подстроюсь к очередной шуе. Воспользуемся нашей мореходностью. Пока сапы на такой волне тормозят, мне на покрафте можно наоборот в полную тапку идти. Покрафт очень настойчивый, волна ему не страшна. А вон впереди показалась Петропавловка, а значит полпути примерно пройдено. Ох, как хорошо, что солнышко жарило. Сегодня жара, сейчас за тучку солнышко зашло. Хорошо. Вот уже и финиш недалеко. Сейчас повернуть в Кронверский. И почти уже все. Самоотлива-то нету. Вчетвером. На одном сапе. Круто. Давайте к понтону вылезем. Вон саперы финишируют. А где же девушка Лена? Тормози, Юлька, тормози. О, а там тайм-триаловские рафты. Неожиданная встреча. Значит, рафты тоже шли дистанцию. О, тайм-триаловский рафт. Явно из старичков. Еще с круглой эмблемой. Тайм-триаловский рафт. Ну что, нравятся тайм-триаловские рафты? Еще один тайм-триаловский рафт. Довольны ли вы тайм-триаловскими рафтами? Конечно, довольны. Неописуемо. Да, вот и Лена. Лен, я за тебя болел.
Ну, конечно, как без качественного селфи. Социологический опрос. Довольны ли вы рафтами тайм-триал? Илюхе Губареву супер привет! Довольны ли вы рафтами тайм-триала? Да, конечно, все очень круто. Спасибо. И тут социологический опрос. Довольны ли вы рафтами тайм-триала? Прекрасно, супер. Это было великолепно. Огонь. Вам рафт тайм-триала? Да! Самый лучший рафт. Чё, честно? Честно. Быстро и лучше. Теперь главное его отлепить от воды. О, отлепился. Поздравляем вас. Благодарю. Победителю. Медаль вручили. С медалями. Не тяжело держать? Нет. Самокатная сумка от тайм-триала. Она же покрафтовая сумка, сделанная из ПВХ. Так, интересно, а у них где-нибудь там водичку-то холодную можно раздобыть? Моя вас у нас тоже скоро начнется. Ну, у вас тут вот такие залежи. Ой, ну, дай нам этим. Благодарю. Пользоваться нельзя. Вот, смотрите. Да, 6 километров уже тяжело. Давненько не ходил на лодочке на время. Вот, а так лодочка идет быстро, хорошая лодочка получилась. Недаром название «Марафонец». Прекрасное настроение, хорошие друзья, все здорово. Расскажи, как дистанцию прошел? А что, грёб сколько мог, вот и вся дистанция. 6 километров – это не марафон. Ну я так скажу, Сергей обогнал, я думаю, всех покрафтеров. Он сразу стартанул и ушел куда-то в точку от меня, я догнать не смог. Да, все-таки опыт, все-таки профессионализм. Опыт мало, надо еще здоровье. Здоровье уже все меньше и меньше. Ну, судя по тому, как ты сейчас дистанцию прошел, я бы не сказал. Пора выдвигаться домой. Отличный был марафон, мероприятие. Ну, просто одно из самых лучших водных мероприятий Санкт-Петербурга. С вами был Андрей Санар. Всем пока.